47-й. Том, мне нужен новый костюм. О, мистер 47-й. Какая честь. О, да, я вижу, вам нужен костюм. Прошу, следуйте за мной. Вот сюда, сюда. Здравствуйте, друзья, с вами Асанти на канале GameTune.ru. Мы играем в Hitman Absolution. Трогает меня до глубины этот старичок. Так я понимаю, он не видит. Прошу, что ж, проходите, 47. Одеваем костюм. Это гораздо лучше, чем ваш старый костюм. Смотрите, шерсть ручной вязки, невидимые усиленные швы и, конечно, шелковая подкладка. Да, действительно, хороший костюм. Хотел бы я себе такой. Переоделись мы. Вскоре ожидает нас развязка. Кстати, что у нас здесь? Я подожду здесь. Кстати, да, есть ведь ачивки, я смотрел. Ага, вот-вот. Различные костюмы. Маскировка. Что у нас? Интересно. Так, а это? типа мороженщик или кто-то такой. Смотрю, здесь много костюмов. О, нифига себе. Надо такое одеть. Можно пройти будет все миссии. Вот, кстати, здесь улика. Книга. Книга. Зачем нам книга здесь? Не знаю. Рулетка. Так, а это что? Ну, давай, переодевайся. Хо-хо! Цыпленок, цыпленок. Прикольно, прикольно. Идет, идет ему очень костюм. Это 47-му он к лицу. Ну хорошо. Переодеваемся в наш шикарный костюм. И валим отсюда. Книжечку с собой. Просто идеально. Желаете что-нибудь еще? Да нет, спасибо, дедуль. Зовут его Том вроде, да? Все, выходим отсюда. Душ.
глушитель, утюг, рулетка, металлическая труба, ножницы, бюст. То есть это надо все собрать, и будет бюро находок, ачивка. Ясно. Ну что ж, друзья, эта короткая серия на этом и завершается. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео, комментируйте, обязательно комментируйте. Мне очень интересно ваше мнение, и это поможет проекту. До встречи, всего самого лучшего.